Из этого не выйдет ничего хорошего. Из этого не выйдет ничего хорошего. Там ничего нет. Из этого не выйдет ничего хорошего. Сейчас ты получишь. Сейчас ты получишь. Там ничего нет.
Я думал, ты направляешься в ледяной район. Иди вперед, а я пойду сзади. Эй! А все остальное в порядке? Только не сейчас. Я замерзаю. Я хочу выбраться отсюда как можно быстрее. Зачем ты потревожил мой сон? Мне что, закопаться еще глубже, чтобы вы, надоедливые мухи, наконец оставили меня в покое? Вы, люди, забавные существа. Даже если вас всех сдуют ледяные ветра смерти, всегда найдется хотя бы один, кто поднимется из пепла, думая, что ему судьбой предначертано стать героем. Но вскоре все будет кончено. Я лично позабочусь, чтобы никто из вас больше не поднялся. Молчать! Силой священного глаза, что даровано мне свыше, я приказываю тебе отвечать на мои вопросы. Ха-ха! Тогда спрашивай. Но твои знания не помогут тебе. Кто ты? Я Финкрек, повелитель льда и снега, страж Конгресса и твоя неминуемая смерть. Какому богу ты служишь? Какой проклятый бог мог позволить таким презренным созданиям, как ты, ходить по этой земле? Не пытайся понять смысл нашего появления здесь, жалкий герой. Белиар не только позволил нам появиться здесь, он приказал это. Воодушевленные его святыми словами, мы не знаем отдыха, пока его воля не воплотится в жизнь. Как мне найти вашего хозяина? Он находится в своих покоях, в сплошной скале чертогов Ирдората, и ожидает там свою судьбу. Пока он не сможет установить в этом мире порядок, которого он заслуживает, он будет ждать там в глубокой медитации и... Давай опустим детали. Просто скажи мне, где находятся эти священные чертоги Ирдората? Ха-ха-ха! Ты разочаровал меня, жалкий человечишка. Ты вынес все опасности и одолел большинство из нас. А теперь ты не можешь даже использовать полученные тобой знания. Если слово «Ирдорат» ничего не значит для тебя, то тебе лучше отправиться к своим магам и попросить их, чтобы тебе позволили заниматься их мирскими делами, так как, очевидно, ты еще не готов свалить на себя ношу их высшего знания. Сила глаза угасла, и твое время вышло. Там ничего нет.
Из этого не выйдет ничего хорошего. Ледяной дракон мертв. А теперь ты отдашь мне все, что у тебя есть. Ни за что. Это я получу всю славу за убийство ледяного дракона. А твоя маленькая роль в этом деле окончена. Нечего взять. Из этого не выйдет ничего хорошего. Только попробуй сделать это опять. Хорошо, ты победил. Чего ты хочешь? А все остальное в порядке? Только не сейчас. Я замерзаю. Я хочу выбраться отсюда как можно быстрее. Там ничего нет. Из этого не выйдет ничего хорошего. Эй! Я убил всех драконов. Иди, рассказывай сказки кому-нибудь другому. Я убил всех драконов. Ну и ладно. Здесь, в долине, мы все равно найдем чем поживиться. Я убил всех драконов. Конечно, а я паладин. Возможно, ты убил одного, но чтобы всех? Иди, поищи дурака, который поверит тебе. Эй, ты! Драконы мертвы. А, и кто, интересно, убил их? Паладины? Я. Ты даже сам в это не веришь. Хватит нести Болотный дракон мертв. Что ты будешь делать дальше? Понятия не имею. Я еще об этом не думал. А ты теперь можешь вернуться в Харинис как герой. Ручаюсь, на этом можно сделать состояние. Подумай над этим.
Ты работаешь на короля, так что тебе следует носить доспехи королевской гвардии. Переоденься. Инос просвещает тех, кто признает его мудрость. Никому не интересно мое мнение. Я слышал другое. Ему стоило лучше подумать. У меня и так хватает проблем. Я лучше не... У меня есть новости о драконах. Докладывай. Я был в западном ледяном районе и расправился с драконом, обитавшим там. Это хорошие новости. Вот, возьми эти деньги. Надеюсь, они помогут тебе обновить твое снаряжение. Ему стоило 100 раз подумать. Все драконы мертвы. Все? То есть зло изгнано отсюда навеки? Нет, остался их предводитель. Разве не драконы были предводителями орков? Да, это так. Но у них также есть свой хозяин. Мы должны уничтожить и его тоже. Я, к сожалению, ничем не могу тебе помочь. Я должен охранять руду. А эти проклятые орки, кстати, тоже все еще здесь. Тебе придется сделать это самому. Да защитит тебя Инос. Ничего не изменится. Нет ничего нового. Опять то же самое. Тебе должно быть... Есть новости? Да. Ты наш герой. Уничтожить всех драконов разом — это воистину героический подвиг. Я потрясен. Эй, ты! А кроме этого? Ах, оставь меня в покое. Эй, ты! Есть какие-нибудь новости? Если ты хочешь узнать новости, спроси у рыцарей. А я всего лишь простой повар, заключенный. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Это абсолютно очевидно. Я не верю, что это... Я даже не знал об этом. Он узнал это... На твоем месте я бы этого не... Слышу об этом. Он слушал не всех людей. Эй, ты! Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Я даже не знал об этом. Не могу поверить. Все драконы мертвы. Отлично! Если бы у нас было побольше людей вроде тебя, все, возможно, не зашло бы так далеко. Если все будет по-другому... Некоторые даже не знают, насколько они порочны. Это не будет. У меня и так хватает проблем. Это действительно правда. Это не интересно, моё мнение. Он сам бы никогда не додумался.
Опять ты! Нечего взять. Куда ты собрался? Доведи меня до прохода. Пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Я просто пойду за тобой. Нужно разбираться с этими тварями. Еще одна тварь. Там ничего нет. Получай, грязная тварь. Эй, ты! Этот проход был не таким уж и страшным, правда? Спасибо, что спас меня. Вот, я нашел этот камень в проходе. Я думаю, он пригодится тебе. Мне кажется, это кусок руды. Да защитит тебя и нас. На! Хозяин говорит, ты паладин теперь. Хозяин прав. Хозяин всегда прав. Мы предводители гордой армии орков. Теперь сами прийти убивать великий паладин. Хаген и его люди будут уничтожены. Даже ты не смочь помочь им. Там ничего нет.
Там ничего нет. Из этого не выйдет ничего хорошего. Там ничего нет. Эй, ты! Как дела, а? Хорошо, но меня все равно мучают головные боли, хотя они уменьшились с тех пор, как я покинул долину рудников. Я останусь здесь. Ты будешь знать, где найти меня, если я тебе понадоблюсь. Все будет в порядке. Без малока этой ферме скоро придет конец. Если ничего не переменится в ближайшее время, боюсь, мне придется бросить ее. Надеюсь, он скоро вернется. Он думает, это так просто. Да, он действительно сказал это. И это еще... Это не удивляет меня. И почему это меня не удивляет? Ты просто послушай. У меня собственное...
последним монстром стало меньше. Из этого не выйдет ничего хорошего. Из этого не выйдет ничего хорошего. Нечего взять. Из этого не выйдет ничего хорошего. Нечего там взять. Там ничего нет. Там ничего нет. Там ничего нет. Там ничего нет. Это плохой бизнес. Он сам так решил.